Как? Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Но, Джесс, не волнуйся. Взять Кита. Кит. Кит теперь все время плачет. Он становится нытиком. Заткнись. Не-не-не, у нас опять урок истории. Слушай, помнишь Дженхая? Его корабли везли богатство для династии Мин. Помнишь? Да, мистер Баксер, конечно, помню. Отвечай так. Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Дженхая был капитан Линкон. И Линкон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут. Начал порабощать местных, но Дженхэ... О, чертов Дженхэ, нашел и потопил его империю за пару лет. А что с сокровищами? Отличный вопрос, Джейсон. Умный. Сокровища? Сокровища. Неизвестно, где они. Не на судне. А Линкон? Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и пошки. Весь остров перерыли. Но никто не знал, где он. Ты уж не мешкай, Джесс. Иди. Удачи. Класс. Иду прямо под обвал. Для барбекю. На, выйди! Убить сюда! Граната! Береги! Снайперы. Надо притормозить. Бля! Ah!
Крышу. Попробую компас. Да, это не страшно. Тупик. Тут должен быть выключатель.
Почему у меня плохое предчувствие? Ясно, здесь не выбраться. Мне жучок, да? Да ты мой любимый ученик. Эй, не подходи. О, так теперь ты тут главный, да? Гектор, я тут, похоже, больше не главный. Так что разбирай все. И не забудь вспороть кита от паха до шеи, ладно? Да стой! Постой. В чем дело? Ты здесь главный. Гектор, все хорошо. Я снова главный. Да не трогай кита. Нет. Так, как успехи с ножом, а? Думаю, я близок. Близко, сэр. Ты шутишь? Ладно, ладно, близок, сэр! Давай, собирай компас. Ну все. Я отчаливаю. Удачи.